Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. Подписывайтесь на мой канал, звените в колокольчик, а ваши лайки будут меня вдохновлять. Меня покорил рецепт рулет из кабачков с грибами. Как-то оно для меня казалось несовместимым, но я очень хочу попробовать, как же оно будет все-таки на вкус. Основное, что мне нужно, это кабачки, яйца и грибы. Натру кабачки на средней терке. Посолю где-то пол чайной ложечки, наверное. И мои любимые прованские травки. Они сюда очень хорошо подойдут. Вот, немножко их вот так помну, освободить от влаги. Все, и оставлю на пару минут. Кабачки вот пустили сок. Их нужно отжать максимально. И вот я еще на дуршлаг еще перенесу. О, красота какая. И еще немножечко помну прямо здесь же. Теперь убиваю яйцо. Два больших, я думаю, будет достаточно. Мука. Я буду добавлять по мере необходимости. Так, еще муки. Одну ложку. Смажу бумагу немножко оливковым маслом. Выливаю все сюда. Все, я отправляю в духовку. Пусть печется. Пока я буду готовить начинку, нарезаю кубиками. Включаю газ, нагреваю в сковородку, отправляю сюда лук. Немножко оливкового масла. Я подготовлю пока грибочки. Я уже рассказывала когда-то про грибы, что их мыть нельзя. Они идеальные, чистенькие, идеальные, свежие, вот, хорошенькие. Когда моешь грибы, они очень быстро набирают влагу. Вот, когда свежие грибы, вот они белые такие, у них нету черного. Поэтому желательно пользоваться свежими продуктами. Лучок пропассировался, я его выкладываю. И сюда же отправляю грибы. Чуть-чуть оливкового масла, потому что грибам сколько ни лей масла, они все впитают. Ой, запах грибов пошел замечательный. Грибочки все припустили, и я их выкладываю к луку. Вот готова начинка. Я ее посолю немножечко и добавлю прованских травок. И все хорошенько вот перемешаю. И даю остыть. Приготовлю соус для моего вкуснейшего рулета. Для этого порежу лучок зеленый и к нему же петрушечку свежайшую. Можно укропчик, конечно, но я люблю петрушку. Отправляю я также в эту тарелочку. Посолю. Посолю и добавлю свои любимые прованские травки.
И сметанка. Основа моего соуса будет сметана. 15% обычная сметана. И хорошенько перемешаю. Выложу всю эту красоту в красивую тарелочку. Вот так вкусно получилось. Испеклась основа для рулета, и я ее перекладываю на стол. Вот смотрите, как хорошо отходит от бумаги. И теперь я его немножечко закручу в рулетик с одной стороны и с другой стороны. Очень хорошо закручивается, легко. Выкладываю начинку и распределяю по всей поверхности. И аккуратно-аккуратно закручиваю в рулетик. Отрезаю попки и перекладываю на красивую тарелку. Укладываю сюда же соус. И что же получилось? Давайте-ка посмотрим в разрезе. Вау! По-моему, шикарно. Очень вкусно и очень красиво. Вот так вкусно, аппетитно получилось. Готовьте своей семье, готовьте для себя, готовьте для своих друзей. Делитесь моими видео. Спасибо, что вы со мной. Приятного аппетита. Пока-пока!